Единственный выживший в страшной аварии на востоке страны находится в тяжелом состоянии. Медики не решаются делать прогнозы. Накануне сразу 5 человек погибли при столкновении иномарки с прицепом трактора. Ниссан Цефира, по словам очевидцев, буквально влетел под него. 36-летний водитель и 4 пассажиров скончались на месте. Еще один 43-летний мужчина чудом выжил, но находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в полиции, водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с задней частью прицепа. Трактор, к слову, ехал в том же направлении. Его водитель не пострадал.